Какие документы нужны, чтобы работать в Канаде? Всех приветствую! С вами на связи Алена Олегова, иммиграционный консультант Канады. Для работы в Канаде по программе COET вам необходимы следующие документы. Первое и самое основное – номер социального страхования, то есть СИН, S-I-N. Вы должны подать заявление на получение СИН в течение первых 2 недель после прибытия в Канаду. Вы можете подать заявление на получение СИН онлайн или лично, но, подав лично, возможно, вам придется ждать 2 недели или месяц. Онлайн – 1-1,5 месяца. Даже если вы не ищете работу прямо сейчас, вам необходим СИН для получения доступа к большинству государственных услуг и льгот. Например, разрешение на работу. Если у вас его нет, вы можете подать заявление на получение разрешения на работу после прибытия в Канаду до 31 марта 2024 года. Также, если вы подали заявление на получение COET за пределами Канады, вам нужно будет пройти медицинское обследование в течение 90 дней после прибытия в Канаду, если вы также подали заявление на получение разрешения на работу. Имея разрешение на работу, вы можете претендовать на государственную медицинскую страховку, если вы соответствуете условиям провинции или территории, где вы проживаете. Внимание! Подача на визы по COET прекращена 15 июля 2023 года. Заехать в Канаду, чтобы получить Work Permit по COET, нужно до 31 марта 2024 года. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь и ставьте лайки.